Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 2 ноября 2017 года. Построили мы конструкцию, называется «Навес над бассейном». Навес имеет одну прямую стену, вторая стена закругленная. То есть по форме очень сильно напоминает половинку теплицы капельки. В торце у нас сделана дверь. Ой, дверь в торце форточка, а дверь в стене. Дверь купе. Дверь купе в стене. Вот здесь бассейн. Ниша под коммуникации. Также есть боковая фрамуга. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Двери купе у нас не как обычно снаружи накладываются, а изнутри мы их прикрутили. Немножко пришлось поменять конструктив, но зато клиент доволен. Фрамуга с ручным управлением. Форточка изнутри вид. Бассейн с водой. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40. Арки выполнены в виде ферм. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Абсолютно везде, по всем резам. По низу, по верху. Сверху стоит декоративный уголок. Крепление поликарбоната осуществляется на термошайбу. Сейчас мы послушаем отзыв довольного клиента. Ну что, долго искал конструктив над навесом бассейна. Вот нашел уральскую усадьбу, заказал, сделали достаточно быстро, качественно выполнили. Вместе. Очень доволен. Очень доволен. Получилось дальше даже лучше, чем я ожидал. А откуда узнали о компании «Уральская усадьба»? Интернет. Поиски в интернете несколько дней. Интернет помог. Сравнение, да. То есть самый оптимальный вариант для, так скажем, массового потребителя данной продукции. Потому что все, что предлагается западных аналогов, ну, бывает, конечно, красиво, но в десятки раз дороже. И вопрос качества и сложности. Вопрос такой. А чисто для бытовых целей, для купели, для бани оптимальный вариант. А сколько прошло времени с момента заказа? Заказа пришло примерно 10, может чуть меньше. То есть за 10 дней вам изготовили, привезли? И установки, да, и привезли. То есть вот по приезду команды на участок не ожидал, что приедет так быстро. Я даже чуть-чуть сам опоздал. То есть вот. Понятно. В принципе, все хорошо. Понятно. Спасибо вам за отзыв большое. Вид с другого ракурса. Вот так это все выглядит крупным планом. То есть баня. Из бани выбежал, забежал, в бассейне искупался. Обратно в баню. Примерно как-то так я себе это представляю. Ну а на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.